Самуил Маршак. Цена победы. Рано утром в 41-м началась война. Чтобы выбить субостата, встала вся страна. Кто-то бился с ним в окопах, кто-то хлеб растил. И в далеком 45-м все же победил. И вот, спустя десятки лет, у деда я спросил: «Скажи, отец, откуда вас нашлось так много сил? Ведь враг был техникой силен, числом превосходил». Но был разбит он в пух и прах, и голову сложил. Старик немного помолчал, слезинку обронил. Сказал: «Вся сила в том, сынок, что родину любил».